Всем привет, с вами Паша Райс, это новый видос, вырезаю из всех, кого вижу на Радмире в GTA 5. Видео снято в развлекательных целях и никому не советую повторять все, что вы увидите, потому что это нон-РП и вас могут посадить в Демарган. Так что всем приятного просмотра, ну а сейчас реклама. Устали играть без виртуальной валюты на своем любимом сервере? У меня есть решение именно для тебя! Руслан и Дарья Челентано являются одними из самых успешных продавцов виртуальной валюты в сфере GTA. Только у них ты сможешь купить вирты в десятки раз дешевле официального доната. За честность и надежность ты можешь не переживать, ведь они имеют более 2000 положительных отзывов и целый год опыта работы. Указывай промокод, который ты видишь на экране, и получай приятный бонус при покупке. Ссылочки в описании. Что? Я говорю, долбоёб или нет, блядь? Почему? Ебло, нахуй не исполняешь, блядь. Ты что, охуел, ебать? Не видно, а? Ты охуел? Долбоёб, охуел, блядь. Алло? Алло, хуем, блядь. Не дало тебе полгу, блядь. Ебло. Ты хули, блядь, тронул меня, блядь. Это Лада, а это Ланда, а это бумага, это бумага, блядь. Это Лада, а это Лада, если вы забыли, это Лада. Ха-ха-ха, лох. Ой. Да чё ты делаешь? Ты дурак? Кто? Ты. Чё ты врезаешься в меня? Да? Ну извини. Ты чё или чё, блядь? Куда едешь, ты баран чё? Что ты делаешь? Ты долбоёб? Ты баран? Куда едешь? Живи час... Куда ты едешь? Я сейчас к тебе в семью приедем и скажем твоему главе, то, что ты это попуск ебаный, понял? Тебя выгонят оттуда вообще. Кто? Что, блядь? Хуй ты выкинешь, блядь. Вика скажет, пошел нахуй, блядь. Ну давай едем, тебя плохо слышно. Вот это, блядь, конечно, тоже пиздец, нахуй, брат. Рокфорд Хиллс, Рокфорд. Скажи, что это. А чё рядом есть там? А, да? А, ну все, ну откат есть, нахуй. А чё ты протаранил меня? Ты баран? Убери свое говно, пожалуйста. Чувей? Убери свое говно. Говно у тебя во рту. Извини. А ничего. Не, подожди, в смысле извини, я не понял. Как это? Подожди, как это? Ну извини, ты, пожалуйста. Ты подожди, браток. Ты видишь, кого ты сейчас врезался, братан? Ты видишь, куда ты врезался, братан? Да, в говно врезался, вижу. Да, в говно врезался, братан, ты в жизни на такую не заробишь. Да. Цвет говна. Ебать тебя, урод. Чё ты говоришь? Здоров. Чё тебе нужно? Кажу, здоров. Чё ты делаешь, слышь? Кто на гелике тут? Кто на гелике, у того вообще маленькая писька. Да, судя по твоей машине, у тебя вообще огромная. Снял пистолет с кобуры. Вышел с машины. Что такие? С машины вы... Немедленно покидаем свой автомобиль. Вы на двери заклинили. Достал тайзер с кобуры. Ой. Сука, потому не жалко Роуза, я не понимаю, как может быть такой свиньей? Хороший вопрос. А еще. Ну, механик, нужно вот машины починить. Походу и меня сейчас придется чинить после вас. Ты, блядь, учись ездить, блядь.
И что, блядь, тупой? Так ты по встречке хуяришь. Ты чё, бык? Ебать, ну давай, выйди за дебил, блядь. ДБшить только можешь. Кто дебил? Ты. Чё? Ты. Кто ты? Разошлись. Катаю, чё ты его. Гелик? Ты чё делаешь? Кто? Ишак, ты, блядь. Ишак, блядь. Сам ты Ишак, алё, Васель. Ну, из ЗЗ выйди, из ЗЗ выйди. Давай. Стой! Да. Давай, стрелять. Ну чё, в ЗЗ долго будешь сидеть, полудурок? Дикому ЗЗ, давай стреляй, сам ты полупидор. Это ЗЗ, дебил. Сам ты ЗЗ. Бля, ебать, ты долбоё. Чел. Чё? Зачем врезался, алё? Чё? Ты у меня врезался. И чё? Зачем ты таранишь? Можешь нахуй идти. Так ты таранишь, алло, баран. Я говорю, нахуй, иди отсюда. Ты меня опять протаранил. Ты меня опять... Ты чё, ёбнутый? Ты меня опять протаранил. Дай денег за ремонт, алло. У тебя... Слушай, иди нахуй отсюда, долбоёб. У тебя тачка говно. Хули таранишься? Чел, ты хули таранишься, скажи мне. Зачем ты мою ласточку протаранил? Никуда не уедешь. У вас тачка говно. Пацаны, у вас тачка говно. Что вам надо? У вас тачка говно, у меня лучше. Меня слышно? Все, услышу вас. Секунду, меня слышно? Да, агент 7Q, садитесь. А меня слышно? Меня слышно? Секунду, меня слышно? А меня слышно? Меня слышно? Агент, Да. Предлагаю его за статью 1.3 посадить. Тачка говно. И куда ты едешь, алло? Поясни. Ты тупой? Не. Оп, хорош, Вагас. Даун. Куда ты едешь? Ну а на этом все. Также вот победитель с прошлого розыгрыша. Сейчас я делаю такой же розыгрыш. Сколько вы лайков на этом видео наберете, столько денег я вам разыграю. Для участия просто в комментариях напишите ник и сервер, на котором вы играете на Радмире. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Пока-пока.